Умар, ассаламу алейкум ва рахматулла. Алейкум ассалам ва рахматулла. Почему без головного голоса? Поймал меня. Брат, что тут происходит? Так, у нас пришли примечать эту группу, друзья, которые у нас расходятся со скоростью света. Значит, смотрите. Смотрите, что рассказывать-то. Это Дамаск. Это кожаные ножны с мельхиором. Да. Очень такие увесистые мечи, красивые. Так что в руки возьмешь, сразу чувствуешь себя, короче. Кем? Я понял. Короче, будем комплектовать наборы, да? Три набора у нас будет чисто турецких. Турецкий лук, турецкий топор, турецкий меч. Иншаллах.